Идем? Веди. Отлично. Сюда. Человека-короля нищего зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Его легко рассердить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Должен был прийти один эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Мы дадим вам 25. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35 мое последнее слово. Двадцать пять процентов и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет, так нет, что поделаешь? Геральт, что ты творишь? Погодите! Будь по-вашему, умеешь ты торговаться, заботливый друг. Мы согласны на ваши 25 плюс скидки. Согласен. Приятно иметь с вами дело. Ой, жесть, жесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория тесака, нищеброд. Зараза, это еще кто? Люди тесака. Быстро он узнал. Что нам делать? Попробуй со мной.
А это еще кто? Люди тесака. Быстро. Где? Что нам Осторожно! Вдруг они и там тоже! Осторожно! Вдруг они и там тоже! За мной! Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Думаешь, люди тесака вернутся? Несколько говнюков тесака выжило. Так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно. Хоть на время. Спасибо тебе, Жесть. Рано или поздно начальство договорится. И вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Сразу. Эй, подожди! Удачи! Хатори, подожди!
Хатори, ты там? Отвори! Не в жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Миденвайрне! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. У тебя есть кто-нибудь конкретный на примете? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Осетре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь, мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так.